Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ, странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Да пускай делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении. Мы видим, что в западных странах идут сложные демографические, политические, социальные процессы. Безусловно, это их внутреннее дело. Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать. В отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем. Но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует. И диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка. Добавлю, что многополярность – это реальный, а по сути, единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. Ну, чего греха таить, мы же все понимаем и говорят в той же Европе об этом прямо. Сегодня это право субъектности Европы, как бы сказать помягче, чтобы никого не обидеть, сильно ограничено. Мир по своей природе многообразен, и попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены. Ничего из этого не выйдет. Самонадеянное стремление к мировому лидерству, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, на самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов, ростом недоверия к их договороспособности в целом. Сегодня одно говорят, завтра другое. Документы подписывают, завтра от них отказываются. Ну, что хотят, то и делают. Ну, где какой-то стабильности нет вообще, ни в чем. Как документы подписывать, о чем говорить? На что можно надеяться? Совершенно непонятно. Если раньше с той же Америкой позволяли себе спорить лишь немногие страны, это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех. Ошибочная политика абсолютно. Ну, в никуда просто. Ну, пускай это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя. И всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит Запада серьезно задумался бы над такой перспективой. Так же, как над этим задумываются, как я уже говорил, некоторые политологи, да и политики в самих Соединенных Штатах. В нынешних условиях жесткого конфликта, скажу прямо некоторые вещи, Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии. Просто нужно четко понимать, что есть, как я уже и говорил перед этим, два Запада, как минимум два, а может и больше, но как минимум два. Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, свободы, патриотизма, богатейшую культуру, но теперь уже исламских ценностей, тоже значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Но этот Запад нам в чем-то близок. У нас во многом общие, еще античные корни даже. Но есть и другой Запад, агрессивный, космополитичный, неоколониальные, выступающие как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится.